Итак, ребята, сейчас мы определим победителей конкурса. Итак, нажимаем все. Сейчас с первого раза все определится. Итак, кто же это будет все-таки? Это Тимон Топи. Поздравляю тебя. Так, ребята, мы сейчас определим второго победителя. Все-таки кто же будет вторым у нас победителем? Кто получит вторую химеру? И это Крат 13 СМ. Поздравляю тебя.